Эй, привет-привет, дорогие друзья, с вами Лорд Игл. И что ж, у нас решающая битва против хаоса. Ну, может быть, она не решающая всей, скажем так, серии, но тем не менее, посмотрите, какие войска пришли ко мне. И они сейчас атакуют. Да, они атакуют мои достаточно мощные армии. Согласитесь, у меня здесь, блин, и конница, и демигрифы, и, блин, мощная пехота. Все есть. Прошу прощения. Напали на моего генерала. Я, естественно, этим генералом одним отступлю. Я думаю, что они пройдут дальше. Потому что как-то, ну, не очень для расположения, распределения войск не особо. А вот они напали. Ну, посмотрите. У меня еще... Вот, я еще и не учел гарнизон. У меня еще есть и... гарнизон. Естественно, если в принципе мы промотаем, то мы победим безоговорочно, вне зависимости от того, что у них, у хаоса, ну, действительно классные войска, просто классные великаны хаоса, отродье хаоса, просто шикарные. Но у меня большое преимущество в количестве. Да, у меня тоже есть достаточно качественные войска, вот как демигрифы, да, наездники, всадники. Есть тяжелые мечники. Но давайте нажмем на битву. Возникает одна проблема. Это проблема в том, как эти войска, скажем так, в управлении этих войск. Да? Действительно, когда очень-очень большое количество войск. Причем я надеюсь, что они будут у меня рядышком здесь подкрепление сзади меня находиться где-нибудь. Там, может, с боков там, я точно не знаю, как там будет по расположению, да, чтобы было проще управлять. Иначе это будет просто очень сложно будет, скажем так. Так, ну что ж, как тут, что тут, да, ребят, давайте ждем загрузку. Ну войска действительно, посмотрите, тролли, трое. Но у меня вот у этого жалко нет. Есть специфические наездники на демигрифов, да, которые специализируются по одиночным целям. Их надо направлять на генералов, на вот этих вот башмаков, будем так их называть, да? На рогатых вот этих вот. Нет, на рогатых. Хотя, может быть, тоже будут, да, по-моему. Вот я не помню, у них специфика либо на одиночные цели, либо на большие цели, да? Я помню просто, что у копейщиков, у алебардистов, точнее, у них специфика против больших преимуществ целей. Блин, просто трындец, да, армия, вот ребята, армия просто у них. Я, в принципе, воюю вот сейчас, да, я понимаю, что, как бы, я могу чуть что вернуться по загрузке, да, сделать автобитву и без проблем победить. Но хочется, ребят, нагнуть их, скажем так, вручную, да, потому что, ну, автобитва, а вот эпичная такая бойка, там, где будет просто шикарная бойка, да, я, конечно, хочу это сделать вручную, вот так вот. Сумбурная получилась у меня речь, но ничего страшного, надеюсь. Так. Карл Франц управляет непосредственно император. Правда, у меня император не прокачан пока. Но управляет он вот этой вот начальной армадой. Армадой. Конницей, конечно же. Хотя вот эти вот конницы не особо. Она такая вот, чтобы уг. Да? Так. Блин, смотрите. Так, 20, ладно, значит, развертывание нормально. Смотрите, где у меня подкрепление. У меня подкрепление получается сзади. Сзади подкрепление, да? Так, тогда давайте сделаем так. Стрелков мы объединяем в Ctrl-1. Потому что... Так, они будут стоять здесь. Давайте мы их еще отставим сюда. О, вот. А конницу мы Ctrl-2,
и также немножко оттянем пока. Прячем в лесу. Для чего это надо, ребят? Это надо, пока фиг его знает, что у них тут, где за войска. Конница быстро сможет куда-то подобраться. Начинаем битву. Вот, смотрите, вот они проявляются. Так, мои войска, мои войска. Подкрепление прибыло. Вражеские подкрепления на подходе. Так, что у меня здесь? Что-то они уже выходят и боятся, да? А, это у них заполняется сразу полоска. Так, вот. Вот те демигрифы, которые мне нужны. Так. И, значит, сразу же, пока не подошло вражеское подкрепление, мы берем все свои войска и подтягиваем вот сюда. Ускоренным маршем. Ускоренным маршем. И эти также. Так, они куда-то бегут. Наверное, на воссоединение. Давайте, бах. И давайте, бах. Так. Давайте отправим стрелков атаковать. Стрелков. Вот, вот эти пушки. Это вот эту вот конницу. Я постараюсь всю свою отправить на пушки, да? Так, где тут мои мечники? Ужас, сколько их тут. Триндец просто. Вот так. Дальше, давайте арбалетчиков выделим. Ctrl 3 сделаем. Так. Так, маг там что-то пытается колдовать. Пока отступаем. Так, давайте, вторая армия. На пушке. На пушке. Так, давайте еще и этих демигрифов объединим. Ctrl 4. Генералы. Генералы сюда. 4 конницы, демигрифы. Давайте вот сюда. Так, стрелки. Давайте по этим. Дальше арбалетчики. Третье. По вот этим. Блин, плохо нету пушек моих. Плохо, что нету пушек. Так, стреляем. Так, генерал. Маг. Маг, маг, маг. Давай. Применяется. Бах. Так. Бах. Так, теперь пауза. Что у нас здесь происходит? А, я не нажал, чтобы они отступали. Чтобы могли отступать дальше. Дальше, дальше. Конница, конница. Я просто сейчас распределю так, чтобы конница не атаковала именно одну пушку, да? А атаковали разные пушки. Так, все. Пушки будут растерзаны. Дальше делаем... Так. Здесь бегут. Здесь у меня выстрелились. Так, генерал. Этот давай сюда. Этот пусть остается здесь. Так, что у нас по войскам? Давайте посмотрим. Пока теряю я войска. Да, магия какая-то, она пока, скажем так,
игрушечная, что ли. Игрушечная, да. Она, ну, не приносит достаточно серьезного урона. Ага. Так, демигрифы, они будут у нас чуть-чуть атаковать одиночные вот эти цели с лапками. Ну что ж, пошла, пошла. Начали воевать. Давай в атаку. В атаку, в атаку. Давайте. В атаку. В атаку. Теперь опять-таки пауза. Распределяем цели. Так, значит, арбалетчики. Третьи арбалетчики. Давайте пока стреляем вот сюда. Дальше. Демигрифы. 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 Эти уничтожаем вот эту вот кавалерию. Так, сейчас, что у нас здесь происходит? Здесь сейчас добивают, и они в тыл рубанутся этим войскам, да? Это ладно, дальше. Давай на них. Хотя, давайте мы сейчас вот так вот сделаем. Бах, и им щит, чтобы они не преследовали. Чтобы не преследовали и не разбредались. Мага. Защита. Вот эти. Давайте. Дебаф вот этому. Так, хорошо. Давай. Давай, 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 давай. Так, арбалетчики, арбалетчики. Ох ты, генерал, генерал, иди сюда. Давай на их генерала. Этот. Плюшечку бамс. Плюшечку бамс. Так, давайте вот, вот этого. Бам, бам. Нет, ты там будь. Так, ну все, пока, все, ребят, пока идет нормально. Все пока нормально. Конница гоняется за конницей. Единственное, что вот у меня вторая конница, она уничтожила пушки, соответственно. Ну, эти возвращаются, но я на них не буду пока обращать внимания. Давайте вот туда. Туда бежим. Так, маг. Маг, маг уже может кастануть. Давай вот здесь кастуем. Так. Кто у нас здесь свободен? Кто свободен? Не освобождаемся, все атакуем. Все атакуем. Так, у меня еще есть четвертый отряд. Так, правильно. Арбалетчики, атакуем вот этих вот отбегающих. Так, четвертый. Нет. Четвертый отряд. Четвертый отряд. Адская пушка. Давайте на адскую пушку. На адскую пушку. Так, смотрите, какая группа. Ты давай вот сюда. Так. Давай, давай. Сопротивление натиск. Гасим все это по возможности. Дальше. Третий отряд. Давай-ка вот по вот этому. Все сосредоточили огонь. Пушку уничтожаем. Конница, давай сюда, возвращайся.
Так, пушку уничтожили. Теперь грифон. Давайте вот вот этого. Так. Маг. Маги, волшебник. Блин. Он уже испугался. Так, четвертый. Давайте по этим. По этим. Демигрифы. Третий отряд. Так. Так. Всадники. Давайте уничтожаем этих конников. Скажем так, вылавливаем их. Нет, не преследуем, не преследуем, а дальше двигаемся сюда. И будем сейчас уничтожать вот тут. Так, ты тоже не преследуем, не преследуем. Уничтожаем этих лапотников. Так, арбалетчики, отступаем, отступаем. Давайте генерала этого добьем. Маг, ты где? Давайте вот этому дебафнем. Где он находится? Где он есть? Так, конница. Конница, вся сюда. Не надо там ввязываться. Давайте. Так, генерал их убит. Их генерал убит. Так. Давай вот так вот. Второй отряд. Атакуем. Все генералы, бафы, все вот эти вот врубаем. Так. Отступаем. Блин. Что-то вон там еще отряд какой-то бегает, посмотрите. Давайте. Вот этого вот генерала. Давайте на генерала. Так. Давайте мы сейчас генералу минус доспехи липанем. Так, посмотрите, сколько новые войска есть. Да, вот они. Так, вторая армия. Так, давайте все сюда, все вот эти вот недобитки. Все ныкаемся. Армия номер два, атакуем. Так, четвертая, Ctrl 2. Объединяем Ctrl 2. Не могу. Ctrl 2. Отступаем. Давай. Так. Здесь собрались. Так, одного генерала у меня нет. А, вот. Сюда. Несокрушимость. Врубаем. Вот ему. Так, давайте. Бах. Так, теперь. Четвертый. Также сюда.
Давайте. Давай. Ай, Сигма, обей ми! Сюда. Не драпай, не драпай. Давайте, 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 давайте. У них ведь недобитые войска. У них недобитые войска. По сути дела, так. По сути дела, у них недобитые войска. Давай, 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 давай. Как все бегут, как все бегут. Так, сколько их там осталось-то? 526. Так, два. Так. Так, ребят, посмотрите, какие войска. Так. А где мои, собственно говоря, пушки? Где все? Сколько войск бежит? Сколько войск бежит? Просто неимоверное количество. А все, в принципе-то, дело состоит в том, что неправильно располагаю, по сути, войска. Просто неправильно располагаю войска. Ну не успеваю я за такой армадой руководить, так что все, компьютеру проще в этом плане. Он туда отправил, и все нормально. Давайте, давайте, давайте. Так, убьем этого великана еще. Вот, ракеты полезли. Ракеты. Сейчас посмотрим, что с ними станет. Нет, ну победить-то я здесь наверняка победю. Но вот стоит ли мне идти, скажем так, как сказать, не проматывать? Я думаю, что надо будет просто промотать. Потому, ну, вернее, сделать автобитву. Отмотать назад запись и сделать автобитву. Почему? Ну, блин, не могу я еще пока
управлять достаточно хорошо такой арматой. Вот не могу пока. Пока не получается. К тому же, если бы у меня были сразу войска, те, которые мне надо, там пушки, все остальное, побольше лучников, то было бы все хорошо. А так получается, видите, ребята, у меня было говно сразу. Смотрите, какие, как идут обстрелы, как красиво. Так, секундочку, сейчас я кое-что хочу в настройках посмотреть. Так. Сейчас. Так. А, нет, ну это... Может быть, вот так вот мне стоило управлять. Чик-чик. Пушки поливают. По ботиночку. Смотрите, как. Как удобно. Ой. Удобно. Так, блин, что-то я... We are Sigma's heirs. Missiles at the ready, sir. Yes, sir. Давайте еще раз в настройках посмотрю, а то я как-то так... И... Так, нет, параметры, настройки, управления. Перемотка вперед. Вернуть вверх, В. Ага, да. Ну это ладно, настройки мне еще, управление. Камера в бит, закрепить косую. Замедлить скорость, тактическая обзорная карта. Компания битва. Все конные отряды Ctrl-C. Стрелковые пехоты Ctrl-M. Ага. Home. Создать, распустить группу. Закрепление группы. Камера. Ускорение камеры, замедление, скорость боя, приказы отрядам, сведения об отряде, пауза, масштаб камеры, N, режим камеры отряда, вид от третьего лица, insert. Так, insert. А почему он непосредственно переключается?
конницы, да? Так, давайте всю эту артиллерию направим на вот этих вот, а пушку против вот этого. Так. Ух ты, смотрите здесь какие отряды. Так. Так. А insert, если я сейчас нажимаю, он привязывается. Рейджа. Почему не управляется? Почему-то не могу отвязаться от отряда, да, ребят? Нажимаю пробелы. Ладно, ребят, окончить бой, посмотрим, какие последствия в этом бою у нас. Так, смотрим. Конница, в принципе. Ну, блин, стрелки на конниках — это вообще 0-0-1. Ну, это потому что я управлял, конечно же. Демигрифы хороши только. Вот демигрифы хороши. А у них кто? Великаны. Посмотрите на великанов. 192, 120, 78. Конница 86, 90, 56. Да блин, все. Вот посмотрите, 106. Все, кроме вот этих вот чудовищ, все у них красавчики. Вот просто, ну, просто огонь. Сейчас посмотрим в конце боя. Так, у меня потери. Потери. Не знаю, наверное, проще автоматически эту битву сделать, потому что, ну, слишком большая, слишком там. Когда еще ты управляешь двумя армиями, там нормально. А вот в этом я не настолько еще профессионал, вот именно в управлении большими армиями, да, чтобы управлять этими большими армиями. Бывает ужас разный, то синий, то красный, а дальше я не прочитал. Да, вот видите, их было там 1000 с копейками, а нанесли они урона, блин, под 2000, блин, полторы так точно, а под 2. Это просто трындец. Первую армию мы как-то так быстренько, по-моему, развалили, вот эту, да? Ну как быстренько? Относительно. Ну, сейчас посмотрим, как там у нас. Если армии много не ушло, не умерло, то, в принципе, можно и не проматывать. Победили и победили. Смотрите, император, рейхсмаршал, казначей и просто Берти Мешу. Мир торжествует,
Архаон так. побежден. Это великая Убили победа этого. Прославит Но вас это фикс. В веках. Впрочем, я подозреваю, что с этим врагом вы еще встретитесь. Готовьтесь к его возвращению. Триндес, да? Ну, давайте так, сейчас деньги берем. Армию уничтожили. Так, мир Триндес, Архаон побеждем. Это великая победа, прославит вас в веках. Так, ну это ладно. Вот что-то хаосная армия. Ух ты, смотрите-ка. Еще два хаоса, две армии. Три армии. Так, а это что? А это гномы. Автобитва. Автобитва, ребята. Также по деньгам. Так, ну сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, так ли мне это нужно. Может быть, просто автобитва. То, что Карл Франц, это хрен с ним, он вернется. Так, так, хорошо. Хорошо. Ладно, смерть на службе, ладно. Так, давайте посмотрим тогда по войскам, по сути. О, а это кто? А, это был взят автоматом, потому что Карла Франца не стало. Я понял. Так. Yes, my lord. Ну, в принципе, я хочу сказать вам, ребята, смысл мне. Не вижу я смысла в том, чтобы проматывать как-то битву, да, это. Единственное, что надо всех посадить в замок. Так, давай тебя. Блин. As you say, sir. Fight for our nation. Колонизируем. Empire's blessings. Yes. Так, Диттерсхафен. Дальше армию. Who calls? Это в замке сидит. Вот эту садим в замок пока, чтобы она быстрее восстановилась. Ну и соответственно вот этого чувака. Raise Sigma. Yes, my lord. Давайте тоже в Вайсмунд. Так, так, Берти Штроха. Берти Штроха. Давай, двигай туда. Moving off. The nation calls. Так. Общественный порядок. Так, что у нас здесь из построек? Просмотрим, где у меня есть построенные замки, и чтобы можно было дополнительно одну стройку делать. Так, так. О. Так, здесь есть на общественный порядок, значит, еще и нет, давайте пока на деньги. Так, 3000 у меня еще 3000.
You summon me. Горсен надо захватить. Это же надо захватить Горсен. Так, ребят, все хорошо. А, все наши провинции вернулись назад. Все у нас уже под контролем. Каракнорн, почему отношения плохие? А, военные действия против Каракзифлина. Ай, ладно, что ж поделать. Надо было их уничтожить. Так. Вот моя приоритетная территория, на которую я буду нападать. Ну, вот тут можно тоже захватывать поселение. Воины хаоса прут опять. Но для этого мне нужно сначала свою экономику подправить. Так. Ты у нас. Давай вот сюда. И мы поменяем с войсками. Вот так. It is time. The Empire. Давай, Вайсмунд. I will marshal the men. Marshal the men. Так, ну что ж, проматываем. Тут наверняка будет. Так, в пустошах я могу поставить. Так, у меня здесь есть. Значит, надо плюс по деньгам и к росту. Дальше, что я могу еще? Норвуд. Так, здесь у меня плюс есть, но мы еще дадим больше, потому что беспорядки присутствуют. Патриарх Бальтазар Гельд. Угу. Так, по артиллерии. Арлик Цинтлер. Кто у нас тут? Дисциплина есть. Клинковая защита. Здоровье, сила оружия плюс 3%. Давайте. Костылян инженер. Так, здесь у меня он. Где он, кстати, находится? Давайте посмотрим. Это вот это, что ли? Так, ну если это, то... Боевого коня ему. И давайте мы уволим вот этого. Так, как его можно вообще, да? Плюх. Вот, вот, вот. Пока просто-напросто, ну, он лишний, он лишний. Так, ну все, вот у меня, в принципе, уже фактически 4 армии. Фактически 4 армии. Надо сделать армию шлаковую и отправить ее. Ох ты, пруд. Очередной хаос идет. Только уже в этот раз 3 армии идет. В этот раз уже 3 армии идет. Ну и здесь мне тоже надо армии парочку. Если мы в замке будем, то пару армий, чтобы сидела. И натравить, конечно. Что-то я не видел особой помощи от своих друзей, скажем так. В кавычках, да? Фон Хассе. Так, сопротивление скверны, избыток поселения. Хрен с ним, с этим избытком поселения. Так. Пускай восстанавливаются по максимуму. По максимуму пусть восстанавливаются. И потом сделаем одну армию конную. Одну офигительную конную армию. Вот это вот, кстати, вот у нас элитная армия.
Вот это вот. А вот из этой надо шлаковую сделать. Yes? Так, ну это ладно. Так. Так. Медленно восстанавливается он здесь. Нужно его в Карабург. Да. Дальше. Где мой Берти Штрохом? Берти Штрохом. Давай-ка мы сейчас к хаосу поближе подберемся. Блокада армии. Так. Дальше. Дадим союзникам указание, куда и на кого идти. Так, стоп. Атакуем вот этого. Дальше. Мидлэнд. Атакуем вот этого. Ну и гномы, соответственно, также. Гасим хаос. Гасим. Come then. Only Sigma's god Ulric can judge it. Торговое соглашение. Давайте хоть так. Так. Кислив тут остался один. Гномы вон в каком количестве. Графство вампиров. Угу. Greetings. We may not be the empire, but our realm has riches and strength in equal measure. Обсудить выплаты. Давайте я вам предложу выплату, если низкая все равно. Пошли в задницу. Так, значит, низкая-то низкая, но в любом случае. О, стоп. Так. Здесь настроение хорошее. Поэтому либо рост. Либо настроение, либо давайте вот лучше вот это. Чтобы в каждой провинции была вот такая вот штука. Хотя, кто тут будет нападать? Давайте на рост и скорость восполнения потерь. Туда, я думаю, уже к нам никто не придет, чтобы нас атаковать. Давайте посмотрим на наши провинции. Борделла уменьшается, да? Урон уменьшается. Где еще Паравон? Причем Паравон очень-очень круто уменьшается. Но общественный порядок у меня здесь сейчас будет. Будет. Здесь плюс 5 всего лишь. Давайте посмотрим мои Жови. Жови. Да, здесь. Здесь надо. Но с другой стороны, лучше в Паравон. Минус 7. Так. Гюнтер. Тоже надо. Ну да, ну да, ну да, ну да. Ну что ж, проматываем ход. Проматываем ход. Посмотрим, далеко ли пойдет хаос. Союзникам цели указал. Будут ли они атаковать эти цели? Вот в чем вопрос. Вот гномская армия где-то тут бежит. Смотрите, может быть и поможет где-то что-то. Угу.
Принц Зигвальд Великолепный. Смотрите, они почти все остановились, да? Так, скеллинги, воины хаоса, понятно это. Дальше, повышение ранга. Ну, давайте стоимость найма. Так, стоп, сейчас, ребят, вот здесь вот у меня... Так. 9. Так, сведения персонажа. Давайте, плюс 6. Хорошо, паравон. Давайте 3000. Охренеть. Возведенные постройки, лучше мы посмотрим. Так, поля нормально, лесопилка. Лесопилка. Пускай, кабак, пускай. Значит... Если там ничего еще не построилось, то давайте здесь мы сделаем общественный порядок. Это нужная вещь, очень-очень нужная вещь. Так, войска здесь растут, если я сюда впихну, то ой, как хорошо они будут расти. Эти потихоньку растут. Так, здесь нормуль. Здесь медленно. Так, ну что ж. Ладно. Вот наша будет шлаковая армия очередная, которая пойдет. В принципе, вот в этом составе ее можно туда и отправить. Единственное, что Цинтлера туда не кидать. Цинтлер будет в другой армии. Так, да. Ну, по сути, больше-то мне делать нечего, ждать, пока восстановятся армии. Берти Штрохомом походить. Здесь... О! Здесь построено. Блин, 900. Ну, ладненько. По-прежнему мотаем. По-прежнему мотаем. Тут же есть еще маги. Блин, ну как же не хватает денег. Сейчас пойду валить скеллингов. Так. Гномы там что-то буянят. Вюрдбат. Форт. Так, они, смотрите, подходят, а эти будут, блин, в замке сидеть, вот, корчи. Корчи. Так. Блин. Так, вы, ребятки. Давай, отходи сюда. Здесь сидит. Здесь почти. Здесь на следующий ход. Повышение ранга. Так, а где он находится, собственно? А, это вот этот. Ну, этому, блин, я даже не знаю. Пусть мечники, алебардисты. Плюси будут. Дальше, ладно, это все, конечно, корушом. 2500 у меня.
меня 2500, и вот здесь я Гарсель строю вот так вот на ресурс, который необходим нам, и вот так вот. Здесь пока не будут Дитрисхафен, потому что... Потому что да. Ну и в принципе можно опять мотать. Ждем хаос. На следующем ходу надо слетаться к замку Миденхайм. И потом из этих своих четырех армий собирать одну, которая пойдет грабить Скиллинг. Желательно даже две. Одна конная, а вторая простая. Пехотная, простенькая. Одну элитную я трогать не буду. Деньги нужны. Деньги нужны очень сильно. Так, союзнички что-то мои засели просто в замках. И даже ничего не предпринимают. Да. Беда прям. Так, император Карл Франц вернулся. Так. Этот нас к Верну отработал. Что тут есть еще что-нибудь такое? Давайте мы ему молот Зигмара дадим. Так. Так. Так, император пока не будем нанимать. Пока не будем нанимать. Армии хаоса. Так, там находятся, пусть находятся. Вот этих ребят давайте мы подгоним сюда. А вот этих ребят мы в Вайсман посадим. Хотя они уже даже можно вот так вот сделать. Эти пускай пока сидят здесь, потому что этот кораблик может нам наделать пакостей. 1000 здесь. Здесь есть 1300. Давайте попробуем нашим Берти Штроховым что-нибудь сделать. Допустим, этой армии. Блокада армии. Ну давайте. Heretics! Успешно задержал вражескую армию и скрылся. Вот. Вот. Смотрите, сколько пушек. А это что такое? Колесницы хаоса. Ладненько. Так. Что у нас здесь, гномы? Вступаем. У меня нет войск. Если честно, чтобы там что-то там делать, да? Поэтому... Так, вот если б хаос вот этот вот замочек-то прибрал к себе рукам, к рукам, было бы просто шикарнейше. Ох ты! А вот это уже... А, ну гномы здесь. Ну, понятно. В принципе. Тогда за замок я спокойно... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, военный союз, кто с кем?
Талабиклан со мной? Ну да, я согласен. Я согласен с военным союзом. Потому что потому. Так. Так. Сколько зданий могу строить? Но на самом деле у меня пока новая способность покровительства. Так, возведенные постройки, давайте посмотрим сразу. Таверна, это хорошо. Имперская верфь, это хорошо. Так, давайте-ка мы переключимся сюда. Так, здесь один ход. Давайте подождем. По сути-то, вот на вот эту армию было бы не кисло мне напасть. Так. So, to strengthen the empire, war calls. Вот так. Мы их, по крайней мере, испугаем. Let us begin. Very well, I will do this. It is best to move. Yes, my lord. Давайте вот так. Вот так. Верьте штрохом. Tools of judgment ready. Давайте. Давайте report. Вот так. Посмотрим, плюсы будут. Успешно задержал. I trust no one. Так. Две 661. Гизоро 2500. Так, сейчас Паравон. Просто, ребят, если строить что-то, то строить там, ну, не сильно дорогое, как бы с одной стороны, а с другой стороны. Давайте, давайте, вот за 2500 так и быть, в принципе-то. Вот так. Все. Верьте штрохом, очередное очко. Очередное очко навыков. Ну что, Хаус, что, куда? Как ты будешь действовать, Хаус? Блин, вот это вот стрёмненько, когда напали бы они хотя бы вот на этот замок, конечно, было бы вообще шикарно, если бы они напали и обломали там зубки. А так мне приходится постоянно держать здесь свои войска, чтобы этот Хаус сдерживать. Ну, надеюсь, сейчас я эти... Так, это мне уже не нравится. Это мне уже не нравится. Чувствую, Талабиклан скоро вступит ко мне в конфедерацию. У меня такое есть предчувствие. Особенно если я раздолбаю сейчас этот хаос. Ага, а вернулись. Так, атакуют мой. Now, to arms! Ох ты, смотрите, скелетосы и.
Да, давайте, по сути дела, мы их прогоним на автобитве. Еще и денежек на этом заработаем. Так, дальше. Раз, два. А где третья? Так, ладно. Давайте своими войсками. Устроим засаду. By Sigma's right. I am ready. Are you? Yes, that will do. To the provinces. Так, ну здесь нормальная армия сидит. Ready. Давайте мы ей разбомбим эту армию. For Heldenhammer. Мы просто уничтожим. Разорим. Yes, a sound plan. I will marshal the men. Так, и теперь. This will bolster the nation. Вот так вот. Вот и все. Все, теперь можно возвращаться. Можно возвращаться этой армии. Потому что хаос надо все-таки отбивать. Тут их две и где-то еще третья армия. Дальше. Берти Штрохан. It is time. Попробуем убить. Не справился. Ну ладно. Что поделать, бывает. А теперь строим. Давайте строить будем все по максимуму. Вот. 4000 имперская гавань она приносит деньги, да? Это 200, это 400. Плюс рост, плюс доступ к технологиям. Бах. Дальше. Гарсель. Общественный порядок. Давайте цех ткачей, приносимый доход. Давайте увеличение 3200. И давайте здесь 1500. Так, смотрите. Все по денежкам пробежались. Паравон, так, тут нормально, ноль. Вот. Все, мотаем ход. Так, здесь у нас есть распределенные очки. Очки. Давайте мы ему. Вот так вот сделаем. Рейкс Маршал. Тын-тын. Давайте вот так вот сделаем. Ремонт требуется. Бах. Ремонт требуется. А почему? Откуда вы этот ремонт вообще взялся? Все, денег не хватает. Хорошо. Ну что ж, проматываем ход, наверное, это будет последний ход, и будем заканчивать это видео. Да, ребят, ну, в принципе, события складываются для нас очень и очень хорошо. Я бы сказал, что положительно, поэтому все нормуль. Осталось отбить вот эту волну хаоса. Посмотрим, что будет. Будет ли там дальше волны или нет. Будем посмотреть, ребят. А пока, ребятки, надо это отбить. Графство вампиров. Мы их натянули. Ага, вот они. Атакуют все-таки этот замок. Да, как только они атакуют и захватят этот замок, я их атакую. Вот, появились уже пограничные княжества. Договор о ненападении. Да, давайте. Почему бы и нет? Потому что сейчас мне воевать с кем бы то ни было, кроме хаоса. Ну, не с руки. Ну, вампиры, как бы, они не особо, как говорится, чувствую то, что там они мне как-то противостоят, что-то там
Так. Чё? Чё, патриарх? Сорвана засада? А, ясно. Ну ладно, ничего страшного. Сорвано и сорвано. Waste my potential. I go where the winds howl. What does the Emperor bid? It is for the best. Давайте. Подтянем сюда войска. Дальше эти войска вернем в замок. Пока здесь мы строим вот так. Больше нечего. Ну и технология. Технология. Так, морские карты, доход от портов. Давайте, у меня портов уже очень достаточно много. Мы сделаем себе доходик побольше. Так, потом. Что у нас тут получилось по деньгам? Технология исследована. Атака в ближнем бою. Это хорошо. Как у нас здесь обстоят дела? Нормуль. Так, ну что ж. Что ж. Значит, расправляемся с этим хаосом. И вот эту вот армию. Тут заменим, конечно же, генералов. Вот эту армию. Плюс армию конниц. Вот эту. Мы ее дополним. И отправляем на скирингов, будем их грабить и уничтожать. Ха-ха-ха. Почему это враг? Это нормальный чувак. Да, будем их грабить, и впоследствии мы, конечно же, так, но мы, смотрите, уровень силы 2 у нас стал. Это хорошо. Графство вампиров 3, а воины хаоса 4. И это круто. Южные страны тут еще какие-то там остались по мелочи. Эсталия. Так, у нас есть торговля. Смотрите, какой доход. Классный. Оборонительный союз. Давайте мы попробуем дать и обсудить выплаты. Сколько у нас тут есть? А, предложить выплату. Давайте мы вот так вот сделаем. Их предложение, право прохода. Ну давайте. Договор о проходе, договор о ненападении. Оборонительный союз. Отвергли. Хочу оборонительный союз еще от них. А, так. Давайте посмотрим, как у нас еще по отношениям. Талабиклан, как он растет у нас? В плюсе 85, всего 235. Так, они порицают то, что я великая держава, военное действие против Каракзефлина, разорванные договоры с Каракнорном. Так, ну это ладно. А что если конфедерация? Так. Высокая. Плюх. Все, Талабиклан, это уже мои ребятки. А эти? Welcome, my countrymen. Право прохода. Пам. Конфедерацию пока не могу. Так, а что? Блин. Верно, хаос, дисциплина минус 40 в провинции империи, общественный порядок минус 8. 5 ходов. Так, давайте. Тогда давайте. Я что-то, блин, сделал, конечно, конфедерацию. Посмотрите, как у меня увеличилась территория. Просто по жести. Она у меня увеличилась. Поэтому давайте мы как-то сейчас
как-то сейчас разрулим ситуацию с тем, что у меня минус по деньгам. Здесь рядом вампиры. Так, СН. А что это такое? Что это святилище Тала? Так, что дает святилище Тала? Так, здесь что? Развитие коневодства. А что оно дает? Сопротивление скверни хаоса, возможность найма героя воин-жрец. Так, я понял. Я понял, что дает святилище Тала. Так, здесь мы можем... Давайте по деньгам... Блин. На деньги нет. Общественный порядок нам надо. Нам надо общественный порядок. Так, вот какая-то задрипанная армия. А вот не задрипанная армия. Триндец у меня сейчас армия. Давайте эту задрипанную армию распускаем. Полностью, как бы она, ну, не нужна. Не нужна. Так, вот эту армию не хочется распускать. Вот, вот эта вот армия, вот эта вот пушки только, может быть, куда-то передадим. Вот эта армия пойдет вот туда. Постоянно грабить баблосы. Вот эта армия не пойдет туда. Эта армия, может быть, пойдет на вампиров и дальше уничтожать хаос вот в эту сторону. А туда пойдут две вот этих вот хреновой армии. Только единственное, что я конников передислоцирую немножко вот с этими конниками. Сюда побольше грифонов. Короче, здесь делаю чисто конницу. Чисто конницу. Так. Так. Дальше. Здесь опять-таки. Опять-таки. Опять. Ух ты! Смотрите! Смотрите! Что я могу здесь нанимать вообще-то? Вообще-то. Танки. А оружейные не хватает. Средств не хватает. Блин. Так, ну ладно. Так, здесь также на общественный порядок. Ай, сколько же у меня здесь сейчас получается? Ребят, посмотрите, посмотрите. А, и по-моему, вот тут вот где-то еще медная крепость. Территория сейчас у меня колоссальная, да? Территория колоссальная просто. Но нужно подряжать наши войска так, чтобы был плюс. Плюс по деньгам. Иначе будет нам печаль. Да. Так. Так, ребят. Как нам это лучше сделать? Где какие войска? Сейчас общественный порядок упадет. Видите, везде минус 19 пошел. Вот здесь только плюс 1. Триндец просто. Да, нужно везде во всех провинциях строить вот эти вот на общественный порядок. Вот просто везде. Это бич. Людей, общественный порядок.
Ладно, сейчас так, требуется что тут, ремонт. Давайте снесем эту постройку. Ну что ж, давайте промотаем еще один ход и уже посмотрим, какие будут последствия у этого хода, и потом мы уже закончим эту серию, потому что вот сделал я себе конфедерацию, и, наверное, я, скажем так, не вовремя это сделал, не вовремя, да? На 5 ходов у меня сейчас все будет печальненько. Просто печальненько. И опять надо будет выгребаться из этой помойной ямы. Надо быстренько следующим ходом уничтожать хаос. Иначе будет кирдык. Вот. Ну, по сути. Нам хаоса этого совсем чуть-чуть. Так, плюс по деньгам. Куда-то он... Все, он убегать стал. Он стал просто убегать. А, нет, вот смотрите. Здесь армия. Так, ну да, сейчас мы просто эти армии в одну кучу сведем. Переформируем. Где как получше. И дальше уже будем смотреть по обстоятельствам. Главное выйти в плюсовой баланс. Вот этих вот скеллингов замочить. Да. Умирают спутники наши. Так, здесь на доход? Нет, давайте на общественный порядок. Дальше строительство завершено. Цех ткачей. Так, повышение ранга. Повышение ранга. Давайте знак Зигмара мы ему впилим. Так, дальше. Все к этому замку. Ты давай добьешь этого кикса. Так, добили, и теперь опять-таки также идем к замку. Так, всех отправляем к замку. Praise Sigma. I will pick up the pace. Все. Смотрите, 5 армий, какие у нас есть. Они здесь стоят рядом для переформирования. Да. Мы их переформируем. Минус 870 идет. Ну, вот эта вот армия, ну пусть идет себе. Че же она? Нам она особо никакого вреда. Вот единственное, вот эти вот иксы вот здесь вот меня напрягают. Но я думаю, мы с ними разберемся. Вертиш Трохан. Давайте на этих киксов. Гарсель. Давайте 1500 используем наши на постройку здесь. Дитерсхафен. Пока ничего не строим. Деньги мне нужны, потому что минусовой баланс. Минусовой баланс. Как резко наша территория возросла. Просто трындец. Просто трындец. Здесь вот разгребаться просто все это уничтожать. И так,
Ну ладненько, короче, ребят, я надеюсь, что вам понравилось это видео. Спасибо за то, что вы смотрели, да. Не забывайте подписываться на мой канал. Всем пока.